все, вероятно, подмечали, стоит только выпрямить спину, и появляется уверенность в себе. И наоборот, человека с низкой самооценкой всегда выдают сгорбленная спина и унылые плечи. Ортопеды говорят, это формируется с раннего детства. Поэтому сейчас нередко к борьбе за красивую осанку подключаются и психологи, настраивая на позитивный лад. Если родитель подавляет ребенка, часто очень, делает замечания всякие разные, то ребеночек просто-напросто съеживается, скукоживается, хочет стать более маленьким, и вообще человек хочет стать более маленьким, более незаметным, чтобы не раздражать кого-либо. А это приводит к искривлению позвоночника. Современная медицина в лечении нарушения осанки применяет не только методы исследований воздействия, которые нам традиционно известны, анализы на минеральный состав, рентгеновские снимки, зарядка, но и психологическое воздействие применяем мы. Мы говорим пациентам, девочкам мы говорим, давайте, будьте как принцесса, носите на голове корону. Мальчикам мы говорим, как стоят в военных училищах, где подбородок, как идет лучик света через теменную область у человека. Он должен проходить насквозь человека. Человек должен ловить его и расти под лучиком света. А если он проходит мимо, если человек сутулившийся, луч света проходит мимо, энергия не получается, и получается, что растение не растет, человек не развивается.